Новая городская ученическая дума встретилась с мэром Вячеславом Сверчковым. 19 ребят на протяжении 2 лет будут воплощать в жизнь свои проекты. Это уже 5-й созыв юных парламентариев в Иванове. За это время ребята сделали много полезного для родного города. И большинство молодежных проектов хорошо знакомы жителям областного центра. Вот те проекты, которые начинались еще в первом созыве, да, они, конечно, уже у города на слуху, там, «Марафон, ты нам нужен», допустим, да, «Военный вальс», который они проводили. Безусловно, эти проекты очень интересны, они объемны по времени, получается, 5-6 лет проходят. Проекты этой думы полезны и разносторонние. Ребята будут задействованы в подготовке мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Другой проект «Новогодний серпантин» предусматривает организацию городского рождественского праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья. 9-классник Иван Гришин – куратор проекта «Индустрия спорта». Он сам увлекается воркаутом и собирается уже через политику прививать здоровый образ жизни массам. Мы с ребятами решили развивать идею спорта не просто как воркаута, а в целом, что здоровый образ жизни – это главное, что должно сейчас вести среди молодежи. Это актуально не просто потому, что это правильно, а потому что возрождающийся ГТО, и данный спорт имеет перспективу подготовки к ГТО. Вот, и это очень важно, потому что я считаю, что каждый уважающий себя мальчик должен сдать эти нормы. А в будущем Иван хочет всерьез заниматься политикой. И ученическая дума – первый шаг на пути к этой цели. Все ребята из рук Вячеслава Сверчкова получили депутатские удостоверения и значки. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.